Ну, были разговоры, но он решение принял со своей семьей, потому что вот, увидел, которые плюсы его, которые минусы. И думаю, что это месяц, он не потеряет много здесь, ввиду тренировочного процесса, а там будет вот, набрать опыт, играть кубок УЕФА, это тоже новый опыт для его и, может быть, для всех здесь. Здесь из Тюмени никто еще не играл. Вот так что, надеемся, команда не очень хорошая, могу сказать, вот в том серии может показать свой уровень, и вот надеюсь, что он поможет им, чтобы прошли этот первую фазу футсал купа, и надеюсь, что он может вернуться здесь еще лучше, так что вот рады за его, ну, и ждем его назад. Конечно, вот и Саша, и молодой Денис, который сейчас пришел тренироваться с нами. Это Саша уже знакомый, он уже играл в Суперлиге несколько раз. И могу сказать, что прогрессирует, вот, стал лучшим, чем в прошлом сезоне. Надеюсь, что здесь не остановится, но продолжит вот, к своему цели и успеху. И тоже хочу сказать про Дениса, который вот только две тренировки здесь, но один из молодых вратарей, для которого я могу сказать, что если продолжить так работать, станет очень известным вратарем.